такое? Ну-ка, пошли отсюда быстро. Пожалуйста, проходите. Камон. Камон, бич. Итак, чем я могу помочь вам, месье? Мне нужны ваши уникальные способности. Перестаньте поясничать. Бьян? Хорошо. Сначала мы ждем с Люси в лагере, пока нас расстреляют. Потом приезжают какие-то люди, читают чудовищную бумажку и привозят нас сюда. Теперь являетесь вы. Что все это означает, офицер? Я забираю вас туда, где вы будете обучать моих людей иностранным языкам. И если они заговорят хотя бы так, как эти дети, то вы получите свободу. Я обещаю. Моя дочь. Мадам, я приехал за вами. Тогда убирайтесь. Без Люси я не поеду никуда. А почему вы полагаете, что я не могу вас забрать силой? Я полагаю, что вы не сможете заставить учить меня кого-то. Особенно научить. А вы уверены, что понимаете, на что вы обрекаете свою дочь? Что? Если она уедет с нами, то ей придется нелегко. У вас есть дети, офицер? У вас очень красивая дочь. Надеюсь, она обладает еще какими-нибудь талантами. Собирайтесь. Обе! Я в туалет. Давайте по-быстрому. Не спится? Самое подходящее место, я считаю. Сам лично. Отсюда белогвардейскую сволочь выкурил. Вон, у этого фонтана. Двоих пристрелил. Вот этой самой рукой. За это наградили? Иронизируешь? Отнюдь. Ну, иронизируй. А мне вот не до смеха. Прям в лоб, одного за другим. Сначала отца, потом сына. Женщину пожалел. Уж больно детишек много вокруг бегало. Зря, кстати, пожалел. Я не знаю. Я каждый вечер думаю, что-то неспроста все это. Знаешь, Соколов, мне лично очень подозрительна твоя поддержка из Москвы, чтоб ты знал. И то, что я приставлен к тебе в качестве оперативного подчинения, это мне оскорбительно вдвойне. Я так считаю. Особенно с учетом результатов твоих художеств. Но мое письмо товарищу наркому лично рано или поздно дойдет. И вот тогда поиронизирую, я считаю. Договорились. Да. Спасибо, товарищ майор. Старший. Что? Товарищ старший майор госбезопасности. Так правильно говорить. А, очень приятно. Иронизируем, Соколов. Ну, как можно. Прошу осмотреть помещение. После вас. Понятно. Правда, требуется генеральная уборка. Ну, ничего. Ну, ничего.
Порядок можно навести, я считаю. А, кстати, последний радиоперехват. Приказано ознакомить. Если бы не приказ, а это бы ты ознакомился, Соколов. Чтоб ты знал. Вот. Ну, а здесь вот еще такой вот открывается. Прекрасный, можно сказать, вид. Ну что ж, благодарю вас за оперативность, за откровенность, за усадьбу. Да, нам подходит. Спасибо, товарищ майор. А, товарищ старший, майор госбезопасности. Вот так правильно я считаю. И не. Свободен. Наручники снять? Да, пожалуй. Осторожно, товарищ командир. Она того, чеканутая. Ничего. Спасибо. Чем, палкой, что ли? Нет, кусок трубы подвернулся. Ну, хорошо, хоть не убила. Ну, не собиралась, вот и не убила. А надзирателя за руку зачем укусила? Ну, что с тобой делать? Ладно, поехали домой. Хотел спросить, Иваныч. Чего тебе? Для кого гарем собираешь? Скажи, Кирюш, а ты и в оружии разбираешься? Ты думаешь, меня за что? На пятерочку законопатили. Не у дедушки же Макара грузил и подрезал. Разобрать, собрать, прицел наладить. Или... Антапку там присобачить, это да. А вообще не люблю я его. Кулаком оно, знаешь, вернее. Ну, а есть такой механизм, что его сломался, а ты его починить не смог? Это вряд ли. Если один человек сломать сумел, другой всегда починить сможет. Хорошо сказал. Слушай, Иваныч, так как насчет гарема? Подальше держись, здоровее будешь. Башко лучше родить в школе был. Сони Кантер, 120 знаков в минуту. 120? Угу. Это. Лей. Ну, лей. Ты чё? Сколько же раз вас убивали? Ну, не убили же. Бешна! Слышь, я в радиошколу поеду. На суде твою холёную посмотрю. Жалко. Мыла нету. Кирюша, зараза, а? Зажал. Хорошо, давай. Хорошо. Yeah.
Соня Кантор. Хрупкая, болезненная девочка. К тому же из неблагонадежной семьи. Готовим к отчислению. Результаты очень, честно говоря, сомнительные. Хотя есть определенный почерк, талант. Но... Анна Михайловна, у меня крайне мало времени. Мне нужно пообщаться с ней в эфире. Прямо сейчас. До свидания. До свидания. Ну, что, до свидания. Что я с вами, Кантер? Страшно? Нет, товарищ майор, страшно. Куда Соньку повели? Что такое? Соньку у нас самая лучшая. Она всегда. Корова старая, наш родной. У нас сын за отца не отвечает, слыхали? Товарищ Сталин сказал. Ты кто? Я? Да что? Комсомольская организация. Вот ты врешь. Кантер забирает. Валя, школу имени Косарева. Какую школу? А меня? Стойте! Стойте! Я все могу, я сильная! Я в вашем правовании лучше! Товарищ... Стойте! Стойте! Я детдомовская, у меня никого нет! Только что шифровка. Вот ключ. Я вам шифровальщик, что ли? Она правда лучшая. Машина. Бегом. Ну что, лучшая шифровальщица. Держи. Сколько времени надо? Карандаш есть? Когда я не в своем уме. Поехали. Помочь? Хлеб. Ты есть хочешь? Да. Жрать по ночам хочется. А-а-а. Кукла. Прости, я просто... Мамкина, ты просто. А у нас знаешь как? Проснешься ночью, а пол спальни сидит. Не просыпаясь прям, сидят девчонки и жрут. Те, которые через голодуху прошли. И ты прошла? Пошли. Тут недалеко, вон там есть деревня, километров в 5. Угу. Небольшая, дворов 40. Русские, греки, татары, ну, в основном русские. Есть опорный пункт милиции, участковый местный лейтенантик, только дембельнулся. Угу. Есть телефон. Это хорошо. Я вот... Да. Как не могу... Ну, хорошо. 19. Mm-hmm. Сегодня. Это, ну, время, да? Mm-hmm. Что это такое? Играть, когда я не в своем уме, на поступки, слова, не отвечаю.
Что играть? Где? Ну хорошо. 19. Время. Так если это сегодня, у нас вообще времени не осталось. Место не указано. А поехали, поехали. Поехали. А куда? Играть. Когда? Играть? Я не в своем уме. А что играть? Там, кстати, направо есть. Переулочек. Короче будет. А вот откуда-то город хорошо знать, товарищ мэр? Воевал в этих местах. Врангеля добивали. Ну да. Почти. Я прикрывал его отход. Служил в контрразведке под началом генерала Климовича. В чине подпоручика. Поехали, поехали. Кинь себе чемодан. Надо же. Графиня, а супы варит. Во-первых, мама не графиня. Это майор и такое прозвище придумал. Помоги мне. А во-вторых, даже классово чуждые люди тоже люди. Так же варят суп, мечтают о счастье, влюбляются. Ну, ты-то, Люська, как кошка у нас влюблена в этого носатого живодера Клюева. А мама что? Соперница твоя? Нет. Я знаю, что ей нравится майор. Да ладно. Правда, что ли? Такой шикарной тетке может нравиться этот старый мятый самовар? Ну, я же вижу. А я не вижу. А если я вдруг увижу, что она на майора поглядывает, я ей башку отстрелю. Поняла меня? Дамы, bon appétit. Товарищ майор, покормить? Потом, потом. Садитесь и обедайте, господа офицеры. Сами покушайте. И вечером придется допоздна работать. Может быть. Что-то случилось? Сахар, сахар. Где сахар, девочки? Здесь. Играть, когда я не в своем уме. И за поступки, и слова не отвечаю. Любите оперу? Что? Какая опера? Паяцы? Это же ария Канио. Речитар, ментро преса дель делирио. А это какой язык? Это итальянский. Идиот. Мы идем в оперу. Ты все понял, да? Понял, да. А сколько мест? Я возьму графиню. Ты возьми кого-нибудь покрепче тоже. Четыре. Четыре! Я не поеду, мне нечего надеть. А я еду. У меня и платье есть, и туфли. Кирюша, обед отменяется. Всех срочно на новую базу. Бегом! Бегом! Клюев! Да. Графине там подаришь какое-нибудь платье? Ну, если успеешь. Есть. Вечером встречаемся в театре. Да-да-да. Ну что, расселись? Давай, быстро, быстро, быстро! На этом концерте полуправление будет. Какая такая может быть нелегальная встреча у меня под носом? Ну, вполне в духе креста, я считаю. Певец может передавать информацию прямо во время арии. А кому? Театр полон. А я тебе, Соколов, не верю. Но помочь обязан, ибо у меня приказ товарища наркома. А я человек военный и, стало быть, преданный. И товарищу наркому, и родине. А ты человек скользкий, Соколов. Я за тобой следить буду, чтоб ты знал. Учти. Я учту. А это бред сивой кобылы, я считаю. Сивые кобылы, говорит, а?
Пам-пам-пам. Маргарита Сергеевна. Здравствуйте, Маргарита Сергеевна. Убирайся. Я по делу. Андрей, я позову людей. Ну не позовете, вы же санитарка, вам нельзя делать вскрытие. Что тебе еще от меня нужно? Поговорить. Мне не о чем с тобой говорить. Я занята. Это ты уже все сделал. Ты. Митя сгнил в лагере. Лизонька умерла. И я все равно, что тоже умерла. И все это сделал ты, Андрей. А теперь ты хочешь со мной поговорить? Да. Я так надеялась, что тебя посадили. И что там тебя убьют. Иначе бы я тебя убила сама. Я придумала 1000 способов. Ты же знаешь, ты хороший врач. Отличный фармацевт. Никаких следов. Никто бы не нашел, будь уверен. Но ты исчез. Скажи, а куда ты исчез? Сидел? Ты был на войне? Испания? Лизонька так и думала. Она ведь так влюбилась в тебя, дурочка. Ты мог предупредить. Ты мог уберечь ее. Что тебе от меня нужно? Ваше компромисс де верите. Порошок правды. Ты стал наркоманом, Соколов? Пристрастился к морфию или кокаин? Кокаин, морфин, скополамин, если не ошибаюсь. Не нужен он мне через полчаса. Так, осторожно, но это лишнее. Неужели поскромнее нельзя было? Николаевич. Андрей Иванович, очень Моя... рад видеть. Моя супруга. Очень приятно. Очень приятно. Моя супруга. Ну, пройдем. Дамы. А вы ничего еще, хоть и старенькая. Страшно тебе, девочка. Не бойся. Майор знает, что делает. Надеюсь. Браво! Прибытие! Сано Монталетто! Монталетто Пьячери! Браво, браво! Ты где платье-то взял? На радио. Из вещдоков, а актриса одна осталась. А надпись забыли? Какую? Смерть шпиона. Ridere vuole qua.
Иванович. Я тебя года 3 месяца по моргам искал. Спецконтингентный перетряс весь как липку. И нигде ничего. И вот на тебе. 7 лет спустя. Здрасте, Михалыч, помоги. Гад ты ползучий. Да нельзя было сказать, ну. Ну, конечно. И пойми, ну. Я понимаю, нельзя. Был друг, не друг. А что нельзя было-то, а? Товарищ, имейте совесть. Это же Андрюха, закатаю тебя в кутушку. Пошли, пошли, пошли. Спичку дай. Не дам, нельзя здесь. Заметил кого? Да заметил, только не того, кого тебе нужно. Первый видел. Брюнетка видел? А, видел, итальянка. А, итальянка. Из Гурзуфа. Тайка-артистка. Не слыхал? Нет. Фармазонщица непревзойденная. Высшего класса. Да такая Черчилля крутит, если на глаза попадется. А? Ладно. Извините, я, наверное, ошиблась. Бонжорно, бонжорно. А, ну ясно. Ну давай. Шманай, начальник. Только быстрее, а то жених вернется, международный скандал будет. И вам. Здравствуйте. Привет. Ты кто такой? Закурил? Ну, я-то кто такой? Это ладно. Ты-то кто такая? Я черная моль, я летучая мышь, вино и мужчины. Моя атмосфера, привет иммигрантам, свободный. Париж. Париж. Я... Для начала дочку, Катеньку, заберу у тети на улице Мечетинская, дом 4, и определю детский дом. При колонии, естественно. Так что, фея из сквера, в Париж поедешь, когда сделаешь то, что я тебе скажу. Как же я вас ненавижу. Ну, давай говори, что я должна сделать. Только быстрее, пока я в твоего пупсика не влюбилась. После концерта растворишь в вине и дашь итальянцу. Время засечешь. Через полчаса сядете в машину. А Парижу всем привет, если что, пупсик. Проси, какие инструкции он получал у креста? Квалерино, леструционный сеньоре. Даис. Да крест. Кагня пуцолента. Хай мисколато нелле мио бекьеро уна гуалке скифеца. Русса путана, даната, диодио. Хай труфатто мэя сквадрина. А ты понимаешь, да, по-итальянски? Non vi dico niente. Io so questo скифеца, la non funziona. Я ничего вам не скажу, ни одного слова.
Давай в кантаре ларе ты Кальвадоси на итальяно, ма финале ин руссо. Я должен был петь арию Кальвадоси на итальянском. Эквелли кисон арива, теперь аскалтарме анно капита тутто. Куэста э семпличименто иль синьяле ди учидере. Это был просто сигнал, сигнал убивать. А зачем так сложно? Может быть, просто подать сигнал можно было, нет? Non ci crede. La verità, signore, per fare una cosa del genere è sofisticato. Relativamente al signor Crest, voi siete insetti pietosi. Non del suo calibro. Рядом с Крестом вы все жалкие насекомые. Non capite cosa significa questa per la gente che lavora per lui. Вы не представляете, сколько тысяч людей работает на него. Un delegato personale di Crest personalmente trasmette ordini. Личный представитель персонально от Креста передает приказы. А кто эти люди? Они на концерте были? Их много? А chi son quelli? Li avete visto? Sono felice che lei spiega. Io non li conosco. Io conosco che li traderei in nome dei compagni. Ma grazie a Dio non ne ho la minima idea. Я счастлив, что вы задали этот вопрос. И я счастлив. Слава Богу, что я не знаю, кто эти люди. И никогда об этом не знаю. Уходим. Меня куда? Сама как думаешь? Значит, врал насчет Парижа? Врал, врал. Завербована. Опять же, дочь. Зачем? Ну, завербована, перевербована. А смысл? Ну, дочка такой крючок, знаешь что. А уголовница даже хорошо. Она нашим девкам такое подскажет, что. Так что я считаю, что группа собрана. Господа Мильтоны, потрудитесь распорядиться насчет халатика, а то мне тут зябко. Найдем тебе что-нибудь. Свои. Вот. Да ему же нельзя, товарищ. Он теперь с нами. Можно? Как? А, сапоги. Таис. А, Кирюша, ты, если что, обращайся, я тут по хозяйственной части, ага. Да? Ну так ты это, простерни. Конечно. Направо! Ну что, девчат, когда танцы, не объявляли? Спи давай. А ты что?
Матушка гусеня шлепает, а? Помолчи, пожалуйста. Бог ты мой, пожалуйста. У нас тут этот институт благородных девиц. А по мне так все равно. Лишь бы патефон был, да мужички водились. Правильно, замухрышка, а? Слушай. Ну это что? Наш бравый командир, небось, под окном стоит, дежурит, подглядывает. Так ты это слушай. Покажи ему. Слышь, ты бы заткнулась, а то ты свой язычок-то прикусишь. Все, молчу, молчу, молчу. Спасибо. Ой. Товарищ Проскуриков. Так точно, товарищ нарком. Сформировали группу Соколова? Набрали. Сколько? 5 единиц. Отлично. Выделена база для обучения. А секретность соблюдается? Так точно, подальше от посторонних глаз. Как обстоит дело с преподавательским составом? Ищет педагогов. Вы уж там помогите им, товарищ Проскуриков. Есть оказывать поддержку. Товарищ Проскуриков, а приезжайте-ка вы ко мне и доложите об операции «Теннер». Так точно, товарищ нарком. Построили всех! Бегом, 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 давай, дамы! Давай, давай. Так, что тебе? Строй давай! Мария! Что такое строй? Вставай! Сторон! Сторон! С этой минуты вы все курсанты особой разведшколы. Курсант Бешеная. Я. Назначаю вас командиром отделения. Не слышу. Есть. Курсант Синица. Это я. Я. Курсант Инфанта. Люся, ну, я что ли? Я. Курсант Тула. Я. Курсант Артистка. Тута. Свои имена с этой секунды. Всем забыть навсегда. Тот, кто нарушит режим секретности, будет уничтожен. На месте. Физически. Вы здесь не для того, чтобы стать лучше. Вы здесь для того, чтобы стать другими. Совсем другими. На время моего отсутствия главным назначается капитан. Он же инструктор по физподготовке и стрельбе. Занятия начинаются с сегодняшнего дня. Так же, как и занятия по изучению иностранных языков. Преподаватель... Графиня, по-другому обращаться к графине и капитану. Запрещаю. Вопросы. А вот Кирюша у нас кто? Начальник хозяйственной части. Еще вопросы. Извините, а Люси, Марию, маму нельзя называть? Капитан. Я. Курсанта Синицу. Ночное дежурство. Сегодня. Есть. Озвучьте легенду нашего пребывания здесь. Итак, наша легенда. Пройдемте в дом, там объясню. Ну что, сильно рассердился, товарищ нарком? Сильно смеялся, товарищ нарком. Кстати, неплохой знак. Куда поедете, товарищ замнаркома? Домой. Да, задачка. Если после допроса Теннера Крест все-таки даст отбой своим агентам по началу теракта, то хрен мы его найдем. А если все-таки попытается провести их, то выдаст всех. Значит... Простите, товарищ замнаркома, куда едем? Домой. А с другой стороны, еще один теракт и все. И крышка нам всем. Расстреляют к ядрине фене. Зин, ты что-то хотел? Домой. Ты что, сдурел, что ли? Так точно. На аэродром давай. Полечу к Соколову. В Крым. Цепляемся, давайте, нам еще домой бежать. Так, 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 так. Инфанта, в лесу останешься. Подъем, 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 подъем. Друг другу помогаем. Бегом, 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 бегом. По-немецки запер. Ой! Давай, 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 артистка. Мама!
Солнце! Бегом! Коровы, поспешайте! Быстрее, быстрее, быстрее! Я тебя кидаю! Не отстаем! Быстрее, быстрее! Ну! Подъем! Инфанта! Подняла билет, быстро! Следов после себя не оставляй! Пошел никак. Бегом, 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 бегом! Стой! Отдыхаем! Пустяковый кросс, 3 километра. А? Через 3 недели 10 будете бегать. Все должны выглядеть после этого, как принцессы перед балом. Вот еще. И где это мне, интересно, понадобится бежать 10 километров, а потом еще и на балу отплясывать? А я не знаю. Но если вдруг понадобится, то я должен знать, что ты пробежишь, а потом еще спляшешь. Встать! Закончить отдых. Бегом! Марш! Песню забивай! Бегом, бегом, бегом! Вниз веселее будет. Я не понял, что сидим? Бегом, бегом, бегом! Да, желаю, товарищ майор, ждем. Сама давай иди! Быстрее! Вставай, я сказал! Вставай! Что происходит? Да вот, товарищ начальник, идти не хотела. Все врет, что у нее ноги оттекли. Но дневальный ей дал разок по морде. Это я вру, мразь, подонок ты. Да я к тебе слов. Красноармеец. Ежели что, я за дверью. Садитесь. Если я сяду, то уже не встану. Помогать придется. Я помогу. Да что вы. И не побрезгуете. Вы почему не представляетесь по форме? Статья, имя, фамилия. Вы кто такая? Слушайте, если меня больную за волосы стащили с нары, протащили через всю зону, при этом постоянно приговаривая мне, что меня желает видеть какой-то важный тип, я что-то не могу поверить, что этот тип не знает, кто я такая и как меня зовут. Иди вы к черту. Лет 8 назад я видел вас в Большом на сцене. Жанна, «Пламя Парижа». Тогда еще во время действия в ложе появился Сталин. Но его никто не заметил. Все смотрели на вас. Ну, видимо, Сталин хуже танцевал в тот вечер. Анна Леопольдовна. Слушайте, что вам от меня нужно? Мне нужны вы, Анна Леопольдовна. Сколько вам говорено, не курите здесь. Что же мне, с человеком в сортире, что ли, разговаривать? А, кабинет я отдельный подавай, да? Вот же это. Может быть, правда, здесь... Мне очень удобно. Я на машине, может, у нас лучше? Нет, отчего ж? Говорите здесь. Да. Я, собственно, по поводу ядов. Вы у нас самый большой специалист в области высокотоксичных соединений. Участились случаи бытовых отравлений. Андрей, ты что мелешь? Они же донесут. Меня ведь арестуют. Точно! И вы же еще помните, говорили, что знаете... 1000 способов меня незаметно убить. Я запомнил. Ну и что из этого? Мне нужна эта 1000 способов. Вы знаете, действительно так, чтобы никто не узнал, не догадался, ни следа, ничего. И неплохо бы прочитать курс лекций по этому поводу в одном очень серьезном заведении. Ты рехнулся. Да, нужен. Нужен также и врач. Высоко квалифицированный врач нужен. А кабинет... будет оснащен. Ну, как скажете. Но мне запрещено заниматься врачебной практикой. К тому же я пораженка.
И два раза в неделю хожу отмечаться в милицию. С милицией? Договоримся. Уладим, Маргарита Сергеевна. Ну, я жду. Ничего не говорите. Скорую вызывайте. Скоро я. Шутка. До свидания. До свидания.